Это Шабада Анатолий Федорович, главный сотрудник отделения теоретической физики, физического института академии. В актуальном фундаментальной науке нет ничего, что было бы самым важным. И в этом главное расхождение наше с теми работами, которые пытаются науку регулироваться. А интересно в науке и важно то, что занимает ее участник. Что интересно исследователям, вот это и есть самое важное. А говорить про актуальные направления – это бюрократический подход. Когда хотят одним, я понимаю чиновникам, они должны выделить, кому больше денег давать, кому меньше. Но это их проблема. А важно то, что отвечает внутренним потребностям. Студенты должны изучать то, что им положено по курсу. Студент, который учится, он обычно за деревьями не видит леса, и это правильно. Потому что его задача освоить ремесло, освоить технологию. Вот будучи погруженным в это трудное занятие, перспективы. Но это временно. После того, как он придет денег, работать, после этого он через какое-то время эту перспективу, видимую перспективу в себе восстановит. Но не все, не все. Некоторые так до конца и останется ремесленником. А кто-то очень быстро начинает видеть вокруг себя что-то и управлять. Вот так вот. А вас в науку что привело? Интерес? Ну, наверное, да, интерес, конечно. Во-первых, интерес, во-вторых, знаете, что еще? Подвигнуть. Если у тебя что-то получается, то знаешь, интерес. Тогда еще надо делать. Если не получается, еще, тогда очень быстро всякий интерес пропадает, и никакие внешние поощрения не могут подменить интерес и удачу. Об этом мы с вами поговорим в следующем.